В детско-юношеской спортивной школе номер 2 прошел спортивно-оздоровительный праздник «Летнее многоборье. Фестиваль ГТО» в зачет первой спартакиады среди производственных коллективов общества «Алоэл». Фестиваль посвятили 20-летию компании. Более 120 участников спортивного мероприятия поприветствовали заместитель главы Бавлинского муниципального района Ринат Хамидуллин и генеральный директор общества «Алоэл» Риф Вафин. После небольшой разминки участники приступили к сдаче норм ГТО. Тестирование прошло по таким видам, как стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, отжимание, рывок гири, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег и метание гранаты. Сегодня компания «Алоэл» проводит летнее многоборье. Она проводит это многоборье ежегодно, посвященная прекрасному празднику Дню нефтяников. В этом году еще прекрасный праздник, 20 лет компании. Как сегодня генеральный директор Рев Атилович отметил, что ежегодно увеличивается количество участников соревнований. В этом году данная летняя спартакиада идет за счет ГТО. В первую очередь, конечно, сплочение коллектива, потому что все равно это в первую очередь общение. Интерес к спорту развивает, как бы мы показываем свое как бы младшему поколению свою подготовку. Ну и, конечно же, море позитива и улыбок. Фестиваль закончился подведением итогов. Лучшие из лучших получили заслуженные награды. А это сертификаты от спортивного магазина. Среди женщин до 40 лет первое место получила Алина Плетка. Свыше 40 – Резида Абзяпарова. А среди мужчин до 40 лет на первом месте Артур Ибрагимов. Свыше 40 – Ришат Садыков. Как признали сами участники, для многих из них сдача норм ГТО стала испытанием своих собственных возможностей. Айгуль Хусейнова, Артур Давлетов, БРТ.